Украинские силовики заявляют, что ополченцы в воскресенье обстреляли их позиции из крупнокалиберных пулеметов. После полуночи и до 6 утра 30 августа преступники дважды из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Опытном. И дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по пескам, говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook. Силовики сообщили, что в конце минувших суток ополченцы из стрелкового оружия обстреляли их позиции в районе населенных пунктов Трехизбинка, Авдеевка и Марьинка. Также обстрелу подверглись опорные пункты в Луганске и в Крымском, 43 километра от Луганска. Кроме того, отмечается, что в течение вчерашних суток ополченцы 19 раз нарушили режим прекращения огня. Один раз ими применялся миномет, 10 раз использовались гранатометы. Власти Украины начали в апреле прошлого года в Донбассе военную операцию против недовольных госпереворотом жителей региона. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.